Полиция проверяет на экстремизм лидера еврейского движения «Шахар», представителя в России правящего в Израиле движения «Ликут» Александра Каргина, передает «Интерфакс». Столичные полицейские пришли с проверкой в офис Московской еврейской религиозной общины. В ходе обследования была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет, сказал адвокат Каргина Игорь Зубер. Как указано в тексте распоряжения, на проведение оперативного мероприятия правоохранители проводят проверку на предмет совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение группы лиц, объединенных по национальному и религиозному признаку, резюмировал адвокат. В свою очередь, Каргина считает, что ему подбросили антисемитскую литературу. Изъятая литература мне подброшена, при этом большая часть подброшенной литературы носила антисемитский характер, сказал он.